привет! Сегодня я недалеко от океана. Как говорят иногда некоторые люди, делал дела и решил заехать на океан, и уже долго не был там, и снять пляж Санта-Кружа. Санта-Круж — это с португальского Святой Крест. Сейчас мы подъедем ближе и посмотрим, как выглядит пляж в Португалии. В Португалии много вот таких ветряков, такая мини-мельница, и они до сих пор даже работают. Подъезжаем, вот даже уже есть указатели. Здесь множество пляжей. Ну, самый ближе ко мне — это Санта-Круш, и он мне так запомнился, потому что когда я приехал в Португалию, первый пляж, первый раз, когда я видел океан, это был именно Санта-Круш. И я думаю, наверное, посмотрим тоже с вами вместе, как выглядит Санта-Круш. Уже подъезжаем практически к самому берегу, уже близко, но я думаю еще остановиться в кафе. Я очень сильно люблю кофе, думаю выпить чашечку, заодно и посмотрим. А вот есть указатель центр. Заодно и посмотрим, какая цена кофе в курортной зоне, уже близко уже к берегу, к океану. Потому что я живу от океана где-то так 15 километров, 17 где-то так. И там цены уже совсем другие, потому что уже мы выехали из курортной зоны. И уже в кафешках и в других магазинах уже цены пониже, потому что уже не близко возле океана. Так, сейчас надо где-то паркануться. Сейчас мы найдем где-то паркануться уже. А вот здесь кафешка какая-то ближайшая, даже кофе Дельта. То, что мне нравится. Зона бараш есть. Вот даже уже немножко видно море, то есть океана. Так, я сейчас найду где-то припаркуюсь и посмотрим, какая цена кофе здесь с видом на море. Так, вот мы уже парканулись. Сегодня немножко ветрено. И я пойду в кафе, выпью кофе. Выпью кофе и посмотрим, какая цена на кофе возле самого океана. Так, вот кафешка вот там. Вот кафешка. И сейчас пойдем в кафешку. Так, добираемся уже поближе
поближе к кафе. Вот даже купается сегодня, да? А сегодня будний день. Я сегодня работал только до обеда. Даже сегодня купается. Я даже не думал, что будет так людно сегодня. И туман есть, и ветер. Так, кафе. Кафе вот там. Уже подбираюсь ближе к кафешке. Вот уже зашел внутри в кафешку. Кофе Дельта. Кстати, очень отличный кофе. Сорт Руби. Кофе сразу возле моря. Стоит 60 копеек. 60 сантимишей. Даже я думал, что цены будут намного выше, потому что 60 копеек я иногда и платил в центре какого-то города, но не возле океана. И такая цена, конечно, порадовала. Здесь варьируется кофе от 50 копеек до 65 копеек. Сейчас я выпью кофе и уже спустимся уже на пляж, к океану. Сейчас я поднимусь на обзорную точку, на горку. Сегодня у нас немножко ветрено. Выложено все это дело с такого камня, с квадратиков, и песком это все утрамбовано. Прикольно так. Потом разбирать. Прибрежная зона. Всю сторону всю Португалию обмывает Атлантический океан. Так. Вот такая у нас есть здесь антенна. Смотрим. Такие здесь есть типа лавочки. Вот и внизу пляж у нас. Вот здесь, по идее, должны быть всякие моллюски и крабы. Я помню, когда-то здесь их искал. Ветрено. Ну, Санта-Круш, он всегда ветреный и большие онды. Онда — это волна по-португальски. Здесь много на серф приезжает схватить волну. Вся прибрежная зона и дальше пошла. И такая какая-то зелень прикольная здесь растет. Вот там та кафешка, что я только что кофе пил. 60 копеек. Еще раз повторюсь, я ожидал, что будет подороже, потому что я самый дешевый кофе купил 50 копеек. Ну как дешевый, самая такая цена начинается от 50 копеек до 65 копеек. А здесь возле океана та же самая цена на кофе, что практически в каком-то городе или населенном пункте не курортной зоны, что далеко от океана. Что, пройдем, наверное, посмотрим туда. Там уже видны отели. И дальше пошел пляж. Здесь, сейчас мы спустимся вниз, такой песок сероватый, серый, и немного такие большие крупинки песка. Если поехать чуть-чуть вперед, где-то так, наверное, 10 километров, там есть пниш, вообще нереальный там песок, такой белый,
чуть не снег, очень сильно белый и мелкие крупинки песка. Вообще нереальный песок. И он как-то так странно прогревается на солнце, что не жжет, как этот такой серый. И потому что серый иногда на солнце так накаляется, что еле идешь по нему. А вот тот белый, или потому что цвет белый сильно не тянет ультрафиолет, или потому что мелкие крупинки, не знаю, вообще песок нереальный. В следующем видео я покажу другой пляж. Пляжа вот здесь в Португалии море. Много-много пляжей. Вот там уже идут дорогущие отели. И с этого отеля, конечно, что люди спускаются вот на эти пляжи. Ничего не огорожено. Допустим, если вы купили путевку в отель, вы будете вот лежать на этом пляже с всеми остальными людьми, которые приехали вот отсюда, с Португалии, с ближайших городов. Сейчас начинается лето, конечно, людей мало. И плюс сегодня у нас среда, я работал до обеда и решил вот так приехаться, посмотреться. Ну и плюс туман. Сегодня у нас так туманно и ветрено. Ну, на этом пляже, еще раз повторюсь, всегда есть ветер и всегда есть большие волны. Этот Санта-Круш, этот пляж славится тем, что... Вот чайка летела. Тем, что на серфе здесь приезжает много с разных стран на серф. Что, наверное, спустимся вниз и посмотрим, какой песок. Дома здесь в Португалии все с черепицы, глиняные. Покрашены вот такие светлые тона, белые или такой светло-песочный такой. И домики такие принизистые, и вдоль идут. Здесь снять дом возле пляжа в сезон варьируется от 200 евро до 350, где-то так, смотря как договориться. Крест есть, Санта-Круш, пляж с португальского, ну это практически латынь, перевести как можно святой крест, Санта-Круш. Ну что, будем спускаться вниз, видно было запрягивать. Идут такие ступеньки. Вот уже спускаемся. Очень много спускаться надо вниз. Берег очень-очень высокий. Запах океанского бриза. Так, еще такой старинный якорь стоит, весь ржавел. Видно, что очень сильно старый. Весь покрыт ржавчиной. Так, что? Пойдем дальше, пойдем. Идут наверх. Сейчас мы глянем с другого ракурса. Вот так, спускаемся вниз. Да, сегодня ветрено. Волны очень сильно шумные. Но, как всегда, Санта-Круш без этого никак. Вот такие вот дела. Смотрим песок.
Такой песок довольно сыроватый. На Пениши вообще весь беленький. Я в следующем видео покажу разницу песка. Возьму чуть-чуть этого и посмотрим на песок на пляже Пениши. Вообще весь беленький, такой весь мелкий. Вот этот такой сыроватый и крупный. Жарковато, конечно. Я в майке. Ну что, наверное, это дело сейчас поправим. Вот есть душ. Чтоб помыться пресной водой. Вода здесь, я бы не сказал, что такая сильно теплая, такая чуть-чуть холодная, потому что здесь сильные волны. Если поехать на другой пляж, там волны спокойные и вода намного теплее. А есть такие бухты, что туда попадает вода и вообще прогревается, как в ванне. Пройду немного камнем. Такая стала скала здесь огромная. Пройду камнем. Если раньше ловил всякие, собирал всякие моллюски и крабы, сейчас не знаю, как с этим делом здесь. Такие камни странные. Да, берег очень огромный, я не знаю, как передаст камера, но берег здоровенный. Я не знаю, с чем сравнить, с какой-то многоэтажкой. Берег вообще, такие огромные скалы высокие. Так, бег с препятствиями сейчас будет. С прыжками тоже. Здесь много камней. Но это Санта-Крус, без этого никак. Вода очень чистая. Чистейшая вода. Да, это океан, детка. Что-то сегодня нету никого на серфе. Наверное, потому что волны очень маленькие. Пляжи, как мы видим, не перегруженные. Место вообще валом. Можно даже укромные места найти. И это Санта-Крус.
огромный пляж, где, по идее, должно быть много народа. Но я повторюсь еще раз, сегодня среда, я приехал после обеда сюда, и потому, я так думаю, людей мало. Нашел я крабиков. Сейчас фокусируется фокус. Вот нашел я маленьких крабиков, они уже все убежали, конечно. Вот один зашифровался в ямке, на солнышке греется, и вот такие дыры залез. Что сказать, слышно много речь англичан, есть много иностранцев из разных стран, но много из Англии есть. Он уже убежал, да? Вот словил я маленького крабика. Здесь на них говорят сапотейра. Они есть здесь большие, но большие собаки быстро бегают. Вот этот маленький. Большие есть такие в ладоню, как кулак и больше. Но они очень быстро бегают. И залезает сюда всякие дырки, тяжело их доставать. Вот такой вот крабик. Ну что, собака, посмотрим, как ты бегаешь. Собака. Вот такие вот крабики. Красиво. Скала огромная. На видео кажется, что она маленькая. Но она... Вот какой берег. Она вообще здоровенная. Большая. Вот так выглядит эта скала. На фоне ты с колесом так круже. Все фотографируется. Это получается как такая визитная. Визитная карточка Санта-Круза. Вот такие огромные скалы. Вот там ловлят всяких моллюсков себе на ужин, крабы и тому подобное, возле камня, когда отлив. Водоросли.
выглядит пляж Санта-Круза. Сегодня было жарковато, весь вспотел. Сегодня было в районе где-то 36, вроде где-то так, жары. И вот так выглядит пляж Санта-Круза. Следующее видео я планирую сделать, как выглядит пляж Пениша. Пениша — совсем другой песок, совсем другой пляж. И надеюсь, вам понравилось видео. И спасибо за просмотр. И, конечно, до следующей встречи. Пока-пока.